насколько очередь быстро идет? Три часа стояли. Ну, а есть такое, что кто-то... Явно были какие-то люди, которые, видимо, за дополнительную плату провозили несколько машин. Это я видела. Да? То есть, а сами полицейские, они вообще нормально работают, по вашему мнению? С полицейскими? Ну, вот мы по незнанию заехали туда без очереди. Ну, прямо. И нас вежливо попросили встать в общую... В очередь. Скажите, насколько удобна очередь? Сколько вы простояли вот на данный момент? 2,5 часа. 2,5 часа. А как далеко вы стояли? Ну, примерно километр? Ну, там внизу. Там уже вы, Вангород заканчивается, вот табличка висит. Где-то 2,5 часа стоите. Ну, а есть какие-то попытки кого-то залезть впереди вас или... Без понятия. Вот, такого не наблюдали? К нам никто не предлагал. Три с половиной часа. Ну, а кто-то предлагал вам очередь, может быть, кто за какие-то деньги? Вам не предлагали? Три тридцать. Как полиция работает? Как она работает? Ну, нормально? Работает. Взятки берут, они нет? Как? У меня не брали. У вас не брали? Нет. А кто-то вам предлагал очередь такую, что там за деньги, может быть, кто-то подъезжал? В Яндекс.Навигаторе все продают. Все продают? В Яндекс.Навигаторе. От 2 до 5 тысяч. Можно туда зайти и купить? Наверное, я не знаю. У меня нет таких денег, поэтому я стою. То есть, если, в принципе, мне надо сейчас очередь, я захожу в Яндекс.Навигатор. Да, вот, пожалуйста. И там можно купить? Это про туалет. Где-то здесь 5 тысяч было. 5 тысяч? Поехали. Только что было 5 тысяч, вот здесь не было. От 2 до 5. Оно пропадает, исчезает, пропадает. Но так в наглую никто к вам не подъезжает, ни что-то. И никто не подрезал вас. Тут не подрезать. Меня не устраивает, что мы так долго стоим. Понятно.